Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатичеловек Железный. Ну, нервы ты у меня, конечно, железные, я же ведь тебя как-то терплю уже почти 3 года. И сегодня мы находимся там, где бабульки у подъезда обсуждают не хулиганов, а Человека-паука, который опять по всему городу разбросал свою паутину. И сегодня мы находимся там, где ты вообще можешь не бояться за свою жизнь. Потому что в любую секунду тебе на помощь может прийти супергерой. А, слушай, так я поняла, что это за город, я его сразу узнала. Это Салехард. И не надо меня спрашивать, когда я там была, где я там была, во сколько я там была. Просто я там была. Реально, на самом деле, Человек-паук там разбрасывает свою паутину. Она такая липкая, некрасивая какая-то. Ты заходишь в нее и сразу влипаешь. Такой, фу, капец. А еще кое с кем мы туда зашли в кафешку. Там сидела чудо-женщина, попивала коктейль молочный. Это все, короче, правда. С кем ты с кое с кем зашла в кафешку и увидела? Это не важно. Кто это был просто тебе? Да Мишка с соседнего подъезда. Какой Мишка соседний подъезд? Почему я каждую серию Майнкрафт, но о каких-то новых людях в твоей жизни узнаю? Это мой одноклассник из параллельного класса 18-й школы. Так если он с параллельного класса, тогда он уже не одноклассник твой, он тебе кто-то другой, признавайся. Слушай, все это самое, давай в этом бога Майнкрафта искать. Салехард, значит. Супергерой, ага. Мишка! Будем знать. На помощь! На помощь, помогите, пожалуйста, Человек-паук, железный человек, на помощь, у меня заноза в пятке, помогите, мне так больно идти, помогите, умираю. Слушай, если ты будешь просить помощи у супергероев, может, ты попросишь помощи, чтобы они бога Майнкрафта нам нашли, а не занозу с пятки тебе вытащили? Слушай, как вариант, бог Майнкрафта, слушай, помоги! Да не бог Майнкрафта, помоги, а супергерой, помоги бога Майнкрафта найти, господи, ты чё-то вообще тупишь сегодня, вот это конкретно, короче, я тебе предлагаю сразу отправиться вот в эту деревню, мы её увидели сразу же вот с той горы, как только зашли в Майнкрафт, и что вот это за фигня горящая, я вообще даже представить не могу. Каролину надо убить и пойти в эту деревню посмотреть, что там есть. А Каролину зачем ты убила? Чтоб мяско было. Мало ли, вдруг проголодаемся. Офигеть, это же деревня супергероев. Там, наверное, так круто. Мы же там всех встретим. Они нас спасут, наконец-то, от чего-нибудь уже, от всей этой жизни. От бога Майнкрафта, я от Майнкрафта, но нас наконец-то спасут. Слушай, это чё бог Майнкрафта нам сегодня такой праздник устроил, получается? В деревню супергероев. Да, я всю жизнь мечтал в ней очутиться. А я всегда хотела с Капитаном Америкой встретиться вживую. Кстати, тоже хорошо. Так, тогда я тебе предлагаю, а может мы по домам не будем сейчас ходить, может мы сразу отправимся вот в эту вот фигню непонятную, чё это вообще такое, космический корабль какой-то с неба свалился, а? Я не знаю, но мне кажется, его надо потушить, мало ли, что вдруг загорится вся деревня. Да не будем мы его тушить, я тебе предлагаю просто сразу же забраться туда внутрь, только как сейчас, подожди, это сломаем, это поставим и давай вот сюда за мной. Ну ты отважный, конечно, ты не боишься? Да чё бояться-то, если мы в деревне супергероев, тут вообще никого бояться не надо, нас же супергерои спасут, надеюсь. А, ну да, верно тоже говоришь. Так, прыгай вот туда, прыгай в яму, прыгай. Ага, там огонь! Прыгай, да, ты не загоришься, прыгай! Я загорелась! Ну потому что когда ты прыгаешь, ее потушить сначала надо, давай вот сюда, быстро. Так, сейчас просроемся. Находится. А это что такое? Я застряла в паутине Человека-паука. Ну так меч в руку возьми и сломай вот эту паутину и иди за мной. Чё это за фигня-то тут такая? И это что? А я походу знаю, что это такое! Я тоже знаю, что это такое! Это человек костюма паука. Ну точно, я сразу его узнала. Какой человек костюма паука? Это не это не костюм Человека-паука! Кать, как ты могла перепутать? А, блин, точно, это железный человек, прости, пожалуйста, я что-то, да, перепутала. Это Флэш. Флэш! Это не железный человек, это не костюм Человека-паука, слушай, а если я его возьму на время потаскать, он же так просто здесь стоит на вот этой... Стойки для брони, если я его возьму, думаешь, никто на меня не обидится? Ну разве что сам Флэш, который, наверное, просто в туалет отошел. Наверное. Ладно, берем, надеваем
Надеваем! Надеваем! Нифига себе! Ты только глянь на себя! Он мне, конечно, маловатый какой-то, у меня глаза с под маски вот это торчат, но в принципе очень даже! А так, а в сундуке что там? Посмотри, может там твое что-то? Чё в сундуке? Железо! Ну давай заберем железо, в принципе пригодится. Так, давай на улицу, на улицу сразу, давай! Ты посмотри! Посмотри, как я быстро бегаю! Ну, вроде как обычно ты бегаешь. Да необычно я бегаю. Да, давай на перегонки, иди сюда. Ну, давай, встаем. 3, 2, 1, погнали! Нифига себе! Я сейчас что-то не поняла, это нечестно! Да в смысле нечестно? Конечно, это нечестно! У меня же костюм Флэша, ты смотри, как я быстро бегаю! Ты всю деревню оббежал за секунду! У меня молния из задницы торчит, посмотри, как будто, нифига себе! Да у тебя по жизни молния из задницы торчит. Ладно, пойдем уже в кузницу в какую-нибудь, может там что-нибудь прикольное есть. Вот это прям вещь, вот это я понимаю. Слушай, ты реально всю деревню просто за секунду обижал. Я тебе, короче, предлагаю пойти в какой-то дом, может мы и тебе там какой-то костюм найдем. Вот реально, в кузницу давай зайдем с тобой. Да, я тоже себе хочу костюм супергероя, знаешь, такой синий, с полосками, сзади плащ и это шлем желтый. Вот так, вот как его зовут-то, я забыла. Синий, с полосками, желтый шлем и плащ, да такого даже не существует супергероя, что ты несешь? Короче, давай просто мы с тобой зайдем в кузницу. Воры ограбили бедную бабульку! Воры! Так это... Чё ты стоишь, Флэш, блин, это с молниями из задницы? Беги, бабулька, давай за ними! Бабулька, не переживай, это работа для супергероя, для Флэша. Да я им фору дам, пускай они убегут сейчас, я их запросто догоню. Сейчас еще 3 секунды, пускай бегут. Да скорее беги, может у бабки там пенсия последняя это. Ну если пенсия, давай! Пенсию надо вот это спасти, а? Как быстро, куда? Вот они! Собаки сутулые, у бабульки пенсию украли, а ну быстро на бочку отдали все! Так, одного кокнул, он выкинул мне 3 алмаза. И с тобой сюсюкаться я тоже не буду, быстро алмазы выкинул на бочку! Ну, он не успел алмазы выкинуть, я его кокнул. Так, у меня 44 алмаза, ну ладно, отдам бабульке свои алмазы. И обратно! Вот был бы у меня в жизни такой костюм, было бы просто замечательно. Все, я тебе говорю, я их догнал за 2 секунды просто. Спасибо, милок, ты спас мою пенсию. Да, не благодари, бабулька, не благодари. Все, давай. Если будут еще проблемы, обращайся. Ты ж мой герой, я тебя так уважаю. Ты такой хороший вообще супергерой на самом деле. А я не поняла, а в смысле? В смысле? Да потому что мистеры Криперы на супергероев даже не нападают. На таких... Нет! Я не умею убивать криперов, знаете это все. Все, пока. Я тебе предлагаю в другой дом. Давай какой-то другой дом пойдем и посмотрим. Возможно, тебе какой-то костюм найдем. Давай вот сюда запиндюхивайся быстро. Да я же говорю, синий с полосками. Слушай, да, давай. Синего с полосками такого не существует. И желтый шлем. Так, ну тут... Перный вот этот. Офигеть, сколько тут золотых блоков, да это райская жизнь. Все, можем это, забираем их и уходим. Все, нам да больше не, ничего не надо. Подожди, не нужны нам вот эти золотые блоки. Ты иди посмотри, что в этом. В сундуке находится. Ай, со своим золотом, сраным вот этим. Так, а в сундуке у нас находится железное сердце. Чего там говоришь находится? Ну-ка, отойди. Типа сама посмотри, железное сердце какое-то находится. Так, и что мне с ним надо сделать, я не знаю, но по-любому оно что-то делает. Может, его это на стенку прикрепить куда-нибудь. Так, а что если попробовать вот так вот, и ну-ка... Погоди. Ты тоже это видишь? Вот тебе и синий в полоску с жёлтым шлемом, но чё-то нифига не синий. Ты как вообще себя там внутри чувствуешь, а? Ну, немного тяжеловато, и тут еще экран какой-то в шлеме синий открылся, тут опции. Да, так, иди сюда на улицу, иди сюда, ну давай покажи, что ты умеешь, давай быстро. Так, ну во-первых, я умею прыгать в морковку, а еще я могу вот так, кажется. Ага, о, нифига себе, а если вот так вот, а? Ой, это не я, это костюм сам, он у меня... Это вообще... ты. Это не сними... я. Нет, снимай его быстро обратно. Быстро снимай его обратно.
Да снимай её, подожди! Слишком опасная вещь. Не, вот такие костюмы мы в руку брать не будем. Супергерои должны спасать людей, а не взрывать их жилые помещения. Так, пускай он здесь валяется, пойдем в другой дом. Возможно, там что-то еще сможем найти. Вот давай вот туда отправимся. Блин, я так хотела быть железным человеком. Но почему тебе так везет, а мне нет? Почему? Железный человек намного круче, чем Флэш. Просто ты не умеешь пользоваться этим костюмом. Так, а здесь что у нас находится? Кать! Костюм Капитана Америки! Так, подожди! Нет! А мне? Чё тебе? Я тоже хочу! Ты только что была железным человеком, я сейчас буду Капитаном Эдуардо Пипедуардо! Ты только посмотри на меня! Ну ты вообще, ну тебе почему так идут супергеройские костюмы, а? Так, а ну отойди туда в сторону, вот туда чуть дальше! А ну попробуй словить! Не-не-не-не-не, ты чё? Ты нормальный, что ты вообще что ты делаешь-то? Да! Нифига себе, щитом бросаться умею! Так, ну ладно, пойдем с тобой еще в какой-то дом, попробуем найти тебе еще один костюм. Ну, мне реально сегодня везет! Вот этого Капитана Америку я очень даже сильно люблю. Вот в этот дом можешь зайти, посмотреть, что там внутри. А я зайду... Это по-любому фигня будет какая-то. А я на вот эту башню зайду, посмотрю, что там. Прошу, помогите, спасите, я сейчас упаду. Там кто-то орёт. Да я вижу, что там кто-то орёт. Так это женщина в беде! Она с крыши сейчас упадет! Так да. Спасай ее скорее, ты ж супергерой! Сейчас спасу, так, а как бы ее спасти? Я ж не могу даже высоко прыгать. Так, ловите защиту, он вам поможет, ловите! Давай, кидай в нее это... Но ты пытался. Ну, супергерои же тоже иногда в жизни ошибки допускают, да? Ну, бывает же такое. Я же не специально это сделал сейчас. Ну, ты хотел помочь, да? Как бы, чтобы она схватилась с защиты и вместе с ним улетела. Куда? Ну, в принципе, ну, обратно. Ладно, все без разницы. Короче, заходим вот сюда и смотрим, что здесь. Может, мы здесь какой-то костюм найдем, я не знаю. Может, здесь хотя бы что-то будет. Бедная девочка, господи! Этот щит, это тоже какой-то щит слишком жесткий. Я сам себя щитом столкнул с башни. Ну ты, конечно, молодец, а тут в сундуке, между прочим, какой-то костюм. Ладно. Да! Всё, перейдем! Да! Ну вот, хотя бы здесь мне щит помог, я мистера Крипера кокнуть смог. Какой там костюм, Кать? Ну, наконец-то мне повезло в этой жизни. Хочешь взглянуть на меня, а? Смотри, я теперь настоящая супергеройка. Я Бэтмен. Слушай, я тоже Бэтменом хочу быть. Да подожди, если ты Бэтмен, ты же летать можешь, как настоящая летучая мышь. А ну давай. Кстати, точно, подожди, да тогда надо взять разгон. И полетели прямо по курсу. А я не поняла, почему я не полетела. Да ты что-то в этой жизни, в принципе, костюмами пользоваться не умеешь. А тебе там вообще удобно? Посмотри на меня. Твои глаза... Мне-то удобно. Твои глаза во рту Бэтмена. Ай, да что ж такое-то? В этом городе будет хоть что-то для меня нормальное? Да, ладно, хорошо. А ну, давай, покажи, что ты умеешь. Покажи, что ты умеешь, давай. Что я умею? Вот так вот я могу бить. Вот жителя вот так могу бить. Ты его с этого удара кокнула, зачем? Я не думала, что я настолько сильная. Ну-ка. О, погоди, я что-то нашла. Подожди. Ну-ка. О! Это эти сюрикены, или как их там называют, а? Какие, ну-ка. Какие сюрикены? Ты там аккуратней с этими... Это... Да что же ты любишь-то так все взрывать в своей жизни? Второй дом за эту серию. Убери вот эту фигню. Убери вот этот взрыв. А чё? Смотри, там что-то полетело. Куда полетело? А ты... Так, слушай, все, я, короче, завязываю эту фигню с костюмами. Ты меня отравила сейчас своим сюрикеном вот этим. А, подожди, тут что-то еще есть. Последнее. А, электрическая фигня! Как ты меня сейчас кокнешь? Ты меня просто сейчас... Иди ты со своей... Убери костюм, сними костюм прямо сейчас, сними его. Снимаю, я больше не играю в эти игры. Я тоже хочу какой-нибудь костюм. Ну почему мне так не везет в этой жизни-то, а? Ну мы еще не все же дома даже облутали. Иди тогда вот в этот, а я пойду на корабль. Может, мы там что-то проглядели. Возможно, там еще есть какой-то костюм. Или я сейчас пойду в какой-то другой дом, и в другом доме что-то тоже...
Хач! Если ты там долго, то я тебе предлагаю поторопиться немного. У меня тут Локи черная вдова. Вот этот Халки черная вдова Локи избивают. Черная вдова, моя любимая. Где она? Вот здесь только она страшная какая-то. Сюда подойди. Я тут стою сзади тебя. Ты что ж напялила на себя? Я чудо-женщина. Оба. Нифига себе, ты где вообще нашла этот? В том доме были? Короче, подойди сюда. Смотри, что за спектакль здесь происходит. Так это почему спектакль-то? Они сражаются. Ух ты же, ёпрасоте. Слушай, нам помочь кокнут Локи? Или что нам сделать? Я даже не знаю. Ну ты что-то умеешь вот это? Покидай вот этот меч, щит свой, я не знаю. Надо вмешаться. Я нападаю на Халка, ты на вдову. Да какая Халк добрый, вдова тоже добрая, Локи недобрый. Да пофиг на кого нападать, на Локи, на пердоки, вот это на соки всякие, пофиг вообще. Какие соки, пердоки? Так ты не бей Халка, бей только Локи, господи, Кать, давай. Слушай, иди сюда, это не наша война, иди сюда, это их война. Мы вообще сейчас вмешиваемся туда, куда не надо. Подойди сюда, Халк, вообще бешеный какой-то, иди сюда, ты где? Да меня взорвало от Халка, я же это в дом врезалась. Иди сюда. Слушай, Кать, чё-то мне немножко так кажется, то, что мы с тобой еще не готовы к спасению всего мира. Ты вообще сегодня два человеческих дома случайно взорвала. А ты убил эту девчонку. Я никого не убивал, я ей вообще это помочь хотел. Я не виноват, то, что она за вот эту защиту схватиться не успела. Значит так, я предлагаю тебе просто этих костюмов взять и свалить вместе с ними куда подальше, а? Я тебе тоже предлагаю то же самое. У меня есть костюм Флэша, у меня есть костюм вот этого Капитана Америки, у тебя есть черная вдова, просто берем и сваливаем отсюда. И Бэтмен еще. И Бэтмен у тебя есть. У нас 4 костюма. Все, давай тогда пойдем. И Маринка еще за нами. Давай, Маринка, ты тоже за нами иди, давай быстро. Тебя не смущает, что вообще здесь делает Маринка? Маринка, привет. Какими судьбами? Рассказывай. Да, мы ничего. Да. А что мы сделали-то? Марин, ну мы не знали, ну... Марин, короче, это мы с тобой такие лохи. Мы с тобой такие лохи. Господи, как стыдно. Я не понимаю, что она говорит, потому что она не говорит, она же не моя. Чё она тебе сейчас сказала опять? Ой, ты хочешь услышать всю правду? У меня есть какой-то другой выбор, давай быстрее, мы сваливаем отсюда, давай! Это никакой не город супергероев, мы с тобой просто лохозавры, последние самые. Это косплейщики, аниматоры и вообще тут сценарии всякие тут... Это аниматоры в костюмах, это не настоящие супергерои, а мы с тобой что тут натворили? Йоу, мы с тобой кокнули тут всех подряд, мы с тобой костюмы чужие украли. Чё же мы с тобой наделали-то, Маринка, ты чё же раньше-то не сказала? В смысле аниматоры? В смысле косплейщики? Ну да, тут сейчас это дети придут, это у них праздник, тут день рождения, они тут будут им сценки тут устраивать, а мы с тобой спёрли костюмы. Походу, надо вернуть все. А я двух бандитов кокнул, которые у бабульки алмазы украли, так это сценка была? Это все подставное? Это были подставные герои, они просто репетировали. А девочка, которая сверху там, это тоже репетиция была? Ее, по идее, должен был спасти Человек-паук на паутине, но ты просто оказался быстрее. Выкидывай ей все костюмы. Выкидывай, все, выкидывай, что у тебя, выкидывай. Да сейчас, ты Бэтмена забирай. Маринка, 5 алмазов, чтобы ты просто молчала. Это за молчание забирай себе. Вот это все выбрасывай, щит тоже выбрасывай и валим отсюда. Если что, Маринка, извинись там перед всеми, мы не знали, что это аниматоры. Мы думали, тут вторжение злых супергероев началось. Валим отсюда, Кать, быстро. Так, это ты где? Подожди, все, давай, уходим. Нас как будто здесь и не было. Супергерои недоделанные, Флэш, так ты еще и дом, ты еще два дома взорвала. Йоу.